выборы – это будущее. Человек определяет будущее для себя и для своей семьи, для своего коллектива, города. А будущее делает тот, кто возглавляет, независимо, то ли муниципальное образование, то ли город, то ли республику, то ли страну. Поэтому важно принять участие в выборах и выбрать достойного человека. Важно ведь, чтобы каждый человек понимал, что придя на избирательный участок, он там выполняет свой долг перед Родиной, перед страной. Не перед избираемым кандидатом, а он выполняет свой конституционный долг. И если он действительно гражданин страны, то он обязан принять участие в выборах. Если ты человек, то ты обязан прийти на выборы и проголосовать.